Петр Лундстрем, скрипач-виртуоз, продолжатель двух знаменитых артистических династий в стране, исполнил для самарских зрителей вокалист Сергея Рахманинова интродукцию и рондо капричиоза Камиле Сен-Санса и чаконо Иоганна Себастьяна Баха. Это программное произведение, которое посвящено земной жизни, ну вообще цикл «Шесть сонат и партит» посвящен земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, а чаконо – это восхождение на Голгофу. Вот это такое трагическое произведение, может быть, самое гениальное, которое когда-либо было написано для скрипки соло. Я очень рад и счастлив находиться в Самаре и надеюсь, что в следующий раз у меня будет больше времени, чтобы посмотреть ваш замечательный город. Также для самарцев выступил российский писатель и журналист Александр Пелевин со стихами собственного сочинения. Он, как и Петр Лундстрем, регулярно ездит с концертами на территорию Донбасса. Сейчас людям нужна культура. Культура – это как почва под ногами. Если она есть, ты стоишь. Если нет, ты проваливаешься и падаешь. Музыкально-поэтический вечер организовали в Доме офицеров Самарского гарнизона. Как отметили зрители, творчество артистов по-настоящему вдохновляет. Человек – это не робот, который действует по заданной программе. А для человека необходимо абсолютно все, что влияет на его силу духа. Потому что если не будет силы духа, никакая физическая и сила оружия уже не поможет. Встреча в Доме офицеров прошла в рамках литературно-творческого фестиваля «Путь к победе». Сергей Кизоркин, Ксения Баканова, Константин Головин. События.